успел уже, да. Вы дорогие друзья, а сейчас Алексей Симонов сыграет вам песню, какую... Мама ей... Очень задушевную. Очень задушевную песню. Двенадцать лет я не был дома. Двенадцать лет не видел маминых глаз. Наверное, мама посидела и в этом моя вина. Еду я домой, еду, еду, и везу тебе я вышитый платок. Мама, еду я домой, еду, еду, а дорога нелегка. Долгою разлуку. Прости меня, друзья мои, и горячь. Меня зовут больше мама. Мне бы доехать и тебя обнять. Алексей Симонов, приглашайте его на концерты. Да, да, да. Он вообще нормальный музыкант. Пацаны, ну, может быть. А? Здравствуйте. Видите? Молодой человек, вас как зовут, в принципе, вообще? Алексей. Ну, а погоняло. Симач. Все, вырубай.